Всем привет! А сегодня мы будем слушать Хьюники, Энкей, Артем Шиловец и кто-то Иксманера. И называется это все «Афтерпати», друзья мои. Ну, сейчас мы узнаем, что это такое, а пока мы это все узнаем, напоминаю вам о том, что мы есть в Телеграм-канале, мы есть на Литрес с двумя моими книжками, читайте, скачивайте, делитесь с друзьями, мы есть у Максима на игровом канале, а также мы есть в донатах, мы собираем деньги на новую камеру. И пока мы везде есть, будем слушать песенку. Малыш в красивом платье, со мной на афтерпати. Время признаться в любви, признаться в любви. Малыш, какие планы, давай крутить романы. И под ногами весь мир, под нами весь мир. Бля, вся как уебет. Pretty bitch watching me trying to find diamond from head to toe. Друзья мои, была надежда, что будет как-то мелодично. Но надежда растворилась. Деньги ведут диалог, и теперь тебе есть о чем. Думать одно, по утрам лежу перед сном. Она такая ходит из дома и ловит клубы снежинки ртом. Бэби не знает, что вход бесплатный, там наливает. Там на танцполе мы делаем райд. Самую громкую охрану качает. Ты что-то сделала со мной, теперь меня заводит даже касание руки. Я не могу понять, как я позволю быть рядом девчонке, но без души. Это самый мелодичный. Кто, чей это голос? Тебя с собой, красный кровет припаркован, довезу домой. Твой парфюм, губы, волосы, идеально все. Малыш, я влюблен, хочу быть только с тобой. Она волнуется, чувствую, как бьется сердце. Я беру ее за руку, романтичный вечер. Мы летим по Москве с открытым верхом. Твои волосы вьются, и ты реально секс. Время крутить романы, признаваться в любви. Под ногами весь мир, малыш, и мы одни. Я подарю тебе любовь и оставлю след в книге любви. Детка, я влюблен, ты реально секси. Я проведу с тобой время в дорогом месте. Отель, море, ресторан, счет 200. Ты повелась, я вижу, малышка, действуй. Малыш в красивом платье, со мной на афтерпати. Время признаться в любви. Хорошая песенка получилась. Ну, друзья мои, вот это о чем говорит? О том, что вот получилась такая песенка душевная про любовь. Вот как бы начало было немножко резким, а так вот все остальные мальчики, которые пели про девочку и про любовь, были очень душевные, были такие... Ну, в общем, песенка получилась хорошей. Ну, может быть, когда про любовь, а не когда про непонятно что. Вот, тогда оно получается душевное. Ну и как бы верилось в то, что так и есть, друзья мои. Что вы любите не потому, что она там что-то кому-то сделала, да, а потому что просто любите. Вот как говорят, оказывается, мужская любовь самая настоящая, в отличие от женской. Ты знаешь, Максим, про это? Ну, я что-то прослушал. Что мужчина любит по-настоящему, наверное, уже это говорила? А, ну да. Вот.
Вот сейчас опять вспомнила, друзья мои. Вот это настоящая мужская любовь. Про девочку, которую они любят. Каждый по-своему. Поэтому сейчас мы посчитаем все баллы, и она будет хороший, высокий балл получит, эта песенка. Итак, что мы знаем? Мы с вами знаем, что эта песенка, по словам все хорошо, 9 баллов. Ну, почему не 10? Мне кажется, что 10, когда вау, а 9, когда миленько. Поэтому миленько. А также было по музыке, несмотря на то, что первая часть не очень зашла, но в целом все было хорошо. 9 баллов. Ну и, соответственно, 9 баллов за атмосферу. Итого 9 баллов получает и эта компания пацанов с треком «Автер Пати». Молодцы, молодцы. Всем пока.